17 градусов. Что может быть лучше вообще? Добить. Берти, ко мне. Я просто иногда такое ощущение, судя по вчерашнему опросу, что люди думают, что я глава завхоза. Ну, или президент, например. Потому что, когда мне поступают такие вопросы, Ксения, почему все ломанулись в Сочи? Ребята, почему вы мне задаете этот вопрос? Вот скажите мне, пожалуйста, потом на него еще и обижаетесь, на мой юморной ответ. Понимаете, вот я какое имею отношение к людям, которые ломанулись в Сочи? Вот я уже там сколько дней, 18, наверное, сижу дома. Почему люди ломанулись в Сочи? Я что сказала? Люди, вот я сижу дома, а вы все бегите в Сочи? Какое это имеет ко мне отношение? Почему мне задаете такие вопросы? Я вот понять не могу вообще. Чё к чему? Я уже давно призываю всех сидеть дома. Сама сижу дома. Более того, вчера должна была выйти на... Эй, ты красавчик. Красавчик. Ты агрегат, Дуся, ты Дуся агрегат. Вот наши образы на каждый день. Что еще для счастья надо? Дуся оставил. Ку-ку. Народ, тебе не холодно, народ? Народ, достаньте из рюкзака. Народ, отойдёте. Машина, отходи. Сейчас я поставлю. Та-да-да! Слушаю, капитан! Смотрите, Маруська, как себе чехол сама разрисовала кровь. Креативчик. Ой, какая фоточка. Папа мяско жарит. Так, это обстановка по кайфу. Мы, это прачка. Конечно, не полный сбор, но тем не менее. Значит, Наташка Варвина, я, Аидик здесь. Кать, что ты гонишь? Ты шторы только что вешала. Не надо быть. Легла на кровать. Бучик. Так, Джаник, Мариночка из Испании. Мы ее, если она чихает, мы сразу отключаем ее автоматом. Тамарик, Сюзик. Сюз, покажи лаки. И Дашулик. Нет, покажи Каплана. Где Каплана? А сейчас тот момент, когда мы делимся, у кого как да отросли тихо. Ногти. Ногти. Блин, сейчас, подожди, я переверну. Ногти показывают. Так, сразу видно, кто не это. Все сидят дома. Тамара. Пушин. А это сериал или фильм? Не могу найти никак сериал. Вот решила посмотреть «Отчий берег».